Приветствую вас. Я думаю, что в вашем тексте внимание нужно обратить на два момента. Первый момент – это то, что вы восприняли на свой счет, то, что человек выплеснул на вас злость свою. Хотя, мне кажется, что дело здесь было совсем не в вас, да и вы сами косвенно указали на то, что вполне вероятно, что у человека не получается взаимодействие с девушками, и, соответственно, именно поэтому он так вот себя и ведет. Но вы почему-то восприняли то, что он вам написал, на свой счет. И, естественно, ситуация развивалась не лучшим образом. Развивается сейчас не лучшим образом. Потому что вам обидно. Хотя не совсем понятно, из-за чего вам обидно. Почему вам обидно? Что обидного произошло? Я имею в виду, да, вот. Что такого сделал человек, кроме того, что он как-то вот, достаточно эмоционально отреагировал на, на те аспекты, которые вы описываете, вот. Вот не очень понятно. Здесь о чем идет речь. Вот. Но, на мой взгляд, это нужно исследовать. То есть, нужно понимать, чем вас задело его поведение. То есть, предположим, что он вам нравится, и вы, к нему что-то чувствуете, и вы хотите это чувство выдать, вы это делаете, но потом, почему-то, вы спрашиваете у него про подарок, почему он дарил подарок. И тем самым вы демонстрируете человеку, что он что он должен чувствовать себя должным вам. А это ему не понравилось. Вопрос заключается в том, почему. Почему вы считаете, что он вам должен? Вот. То есть тут вот мне кажется, нужно поисследовать данный момент. Вот. И понять, в чем болезненность ситуации. Именно для вас. Это первое. Второе. Вы говорите, как мне себя с ним вести теперь.
этот момент, на мой взгляд, этот момент, раскрывается через цели. То есть через то, что вам хочется именно от человека. То есть что вы хотите? На что вы рассчитываете, к примеру, что вам нужно и так далее. Это, мне кажется, важным моментом. Если вы к нему чувствуете что-то и вам хочется, допустим, как-то это проявить, да, вот, ну, допустим, то мне кажется, что в первую очередь вам нужно именно определиться именно с целью, что вы хотите для человека. Это очень важно. Это очень важный момент. Вот, соответственно, в зависимости от цели, уже можно и решить, как вам поступать, к примеру. И что вам делать соответственно. Вот, на мой взгляд, ситуацию можно раскрыть именно так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Не нужно пересиливать себя как-то. Не нужно пересиливать и переступать через себя, пытаясь общаться. Пытаясь выглядеть так, как вы не выглядите для него. Вот. Будьте естественны. Будьте собой. И ну, в таком случае, в такой ситуации все будет развиваться так, как будет развиваться. Вот. На мой взгляд, конечно, очень важно, чтобы отказ человека вам не был воспринят на ваш счет. Вот. Это важно. Вот так. Так можно ответить вам на вопрос, надеюсь, что помог. Желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.